Ребят, если у кого-то есть зарядка для андроида, буду признателен. Прямой эфир, да? Давай. Мы в прямом эфире, это тест. Если вдруг кто-то смотрит, начнется второй матч. Финального группового этапа, чемпионата через 25 минут. Если вы слышите в душе, я не знаю. Надеюсь, слышите, тогда мы быстрее начнем. Где это находится? Черноморец. Транслируется. Трансляция идет. Да. Нас слышно, это хорошо. Обоих слышно? Да, слышно. Все, можно начинать. Тогда мы сейчас объявляем второй. Оставайтесь с нами, друзья. Никуда не уходите далеко от своих экранов. А сейчас мы запускаем людей, да? Продолжится игра. Очень, на самом деле, интересная сегодня получилась игра, и вообще в целом очень грамотно и хорошо, качественно подошли к организации турнира администраторы. Очень много людей сегодня было и есть, все на очень достаточно высоком уровне. Интересные игры, интересные соперники. Посмотрим, кто сегодня выйдет в 1/8, завтра, кстати, будет финал. Призываем всех обязательно по возможности прийти на стадион, поддержать своих, возможно, кумиров. Ну или просто поболеть. Киберфутбол — это тоже интересно, это тоже очень зрелищно и захватывающе. Что мы говорим в этот микрофон, да? В этот микрофон. Окей. Окей.
по идее, один будет точно. Да. Странная штука. Вот переключили джойстик. Ну, договори Диме, вряд ли он следил. Слышно что-то? Давай сейчас еще вот попробуем. Задержка есть всегда, да. Давай вот этот переключим. Да, если можно. Поговори сейчас тоже. Как раз, пойдет, два, раз, два. Куда поговорить? В наушнике? Да, да. В наушнике. Я говорю в наушнике. Раз, два. Тестируем связь, тестируем микрофон. Слышно. Отлично, супер. То есть сейчас работает, правильно? Напоминаю, друзья, о том, что сегодня проходит чемпионат по киберфутболу на стадионе Черноморец. Очень интересные игры, очень действительно качественный уровень подготовки. Много очень сегодня у нас участников, игроков. И сейчас уже сейчас 1/32 финала. Групповой этап. В гостях сегодня у нас Виктор Раковский, чемпион Молдовы по киберфутболу. И совсем скоро мы его увидим. Собственно, вот он к нам присоединился. Привет, Витя. Здравствуйте. Здравствуйте. Витя уже, кстати, принял участие сегодня, так скажем, формально в нашем турнире и сыграл с некоторыми игроками сегодняшними, одержал победы. Да? Две. Нет? 5 побед. О, ну тогда, когда мы с тобой виделись, у тебя было 2 победы. Ну, молодец. Ну, собственно, молодец. Это очевидно было изначально, но как тебе сегодняшний вообще вот уровень подготовки, организации, проведения турнира? Хочу сказать, что организация проходит на высоком уровне. И я, если честно, допустим, в Молдове подобного вообще нет. Именно на таком уровне. Организаторы большие молодцы, участники тоже показывают довольно-таки интересную игру. И даже я наблюдаю для себя что-то новое, подчеркиваю. А игры, которые были показательные, где я играл, там мне, я играл даже с 2 воспитанниками Академии Черноморца, то есть это дети по сути, и у них уже есть понимание вот этой игры в футбол, и они это все реализуют во время игры, и это очень ощущается. И они большие молодцы, если у них не получится в большом футболе, у них есть хорошее будущее в киберфутболе. Ну и, кстати, вот будущее в киберфутболе, оно на самом деле тоже многообещающее. Ну, на сегодняшний день, да. Особенно, единственное, что в Европе сейчас все турниры в основном играются в режиме Ultimate Team. В наших пока обстановках пока сложно такие турниры делать в этом режиме. Ну, например, чемпионат Молдовы сейчас будут практиковать в этом режиме. Как оно все будет проходить, посмотрим уже. Как бы я готовлюсь, передо мной стоит задача выиграть 2 чемпионство подряд и продолжать вести шериф к чемпионству и к золотым медалям. Здорово. Планируешь ли ты что-нибудь подобное проводить вот в ближайшее время в Молдове? Сейчас ты насмотришься и вдохновленный поедешь к себе на родину. Возможно, тебе захочется тоже что-нибудь подобное провести. И я буду как бы рассказывать то, что я увидел, объяснять. И если у клуба даже появится желание организовать в честь дня рождения клуба подобное мероприятие и пригласить, возможно, даже иностранных киберфутболистов, чтобы это прошел именно международный турнир. Чуть поближе к микрофону давай будем общаться. Как вообще вот уровень киберфутбола сейчас, на каком уровне сейчас находится киберфутбол в Молдове? В Молдове он, если честно, к сожалению, достаточно пока низок. То есть нет того уровня, который может быть. Но это, наверное, если брать Ultimate Team режим, то там больше проблемы с коннектом происходит, и ты уже привыкаешь к этим плохим условиям, и в принципе это дает хорошую возможность сыграть в хороших уже условиях, на хорошем уровне, то есть показать уже другой футбол. Но дело в том, что в Молдове пока это слабо развито, еще не все клубы в принципе понимают суть этого, но идут потихоньку навстречу. Пока самые активные это, конечно, Шериф.
нас. А вот что ты скажешь про Украину? Ты анализировал, как в Украине вообще, на каком уровне находится киберфутбол в Украине? Я, если честно, заметил, что сотрудники Федерации киберфутбола Украины делают очень многое для развития. И даже есть, я насколько знаю, арбитры, которые ездят на чемпионат мира по FIFA, то есть работают в этой структуре. Это очень серьезный шаг в развитии. Слежу за Ежиком, Евгением Мостовиком. Там он сейчас играет в Барселоне на квалификации FUT Champions. Честно, пока не было возможности посмотреть, как он выступает. И, конечно, слежу за Виталием Мухой, представителем Динамо Киева. Но я бы, конечно, все-таки рекомендовал каждому клубу обратить на это внимание, так как в этом есть своя специфика и привлечение новых болельщиков в тот же клуб, ну и популярность. То есть футбол нужно развивать в разных направлениях, не только в традиционных, да, еще и вот в просто таких... не все клубы пока понимают суть этого. Те, кто понимают, уже кто-то жалеет, кто-то нет. Но пока я могу сказать, что молодцы. У нас прямая трансляция? Или нет? Да. Мы в прямом эфире, да, мы продолжаем вести прямой эфир на официальном канале Черноморца. У нас есть еще 5 минут. Мы готовимся 5 минут. Ну, параллельно общаемся или не общаемся. А, и закрываем трансляцию, друзья. Поэтому, кстати, вот есть возможность у вас задавать вопросы. В прямом эфире вы можете писать в комментариях, задавать вопросы нашему гостю сегодняшнему. Через 5 минут мы вынуждены будем закрыть трансляцию, да? Потому что из Турции будет прямая трансляция матча. Потому что, да, вот мне подсказывают, потому что через 5 минут состоится прямая трансляция на официальном канале Черноморца, товарищеской встречи из Турции Черноморца. Кстати, можешь поздравить нашу детскую команду. Она одержала победу свою первую на выезде на тренировочных встречах, сборах. Вот, с чем мы и поздравляем Одесский клуб. Вот. Следишь вообще вот в целом за футболом, не только киберспортивным, но в целом вообще. В целом слежу за. Ну, так как Одесса недалеко от Тирасполя, слежу за Черноморцем, тем более, что Шериф часто встречается с Черноморцем в спаррингах, в летних, особенно перед Еврокубками. Ну и в клубе выступал, допустим, Олег Гуменюк, это воспитанник одесского футбола, но он играл в Шерифе. Джимми Франца, который играл в нашем составе, некоторое время играл в одесском Черноморце. То есть мы следим. Кроме Шерифа, твой вот какой любимый клуб? В Европе? В Европе, да. Отдаю предпочтение мадридскому Реалу, конечно. Мадридскому Реалу, ну как бы классический вариант, классический выбор такой, болеешь за них. Как тебе их неудачное, к сожалению, в последнее время выступление? Что ты можешь об этом сказать, твое мнение? Честно, сложно объяснить, что у них там происходит. Это уже, наверное, внутри все клуба, но мне кажется, с такими игроками, с таким специалистом клуб просто не имеет права падать так низ, ну, так резко. Но провисать, этом, да? Да, но это все-таки футбол. Есть падение с лёда, также и в киберфутболе можно начать активно, потом резко упасть, потом опять подняться. То есть тут по-разному. От чего зависит успех в киберфутболе? Вот, ну вот, скажем так, уровень профессионализма, уровень игры. От чего зависит в первую очередь? От тренировок, от чего? Это постоянная практика. И это, мне кажется, постоянная практика и все-таки психологическое состояние игроков. То есть постоянная практика и психология, холоднокровие. То есть человек, играя в FIFA, должен холоднокровно вникать в игру и при этом не нервничать, не психовать, а действовать аккуратно и спокойно. У нас, к сожалению, остается немного времени. Вот что ты можешь посоветовать начинающим киберспортсменам, ну вот, в частности, тем, кто увлекается киберфутболом? Я бы им, конечно, посоветовал терпение, потому что все сразу не бывает. Все идет постепенно, но кому-то получается лучше, у кого-то хуже. Но главное – это спокойствие. То есть быть уверенным, не волноваться и демонстрировать тот футбол, который ему нравится.
Спасибо тебе большое. Напомню нашим зрителям на Ютубе, ну и тем, кто сейчас присутствует в зале, только что с нами общался Виктор Раковский, чемпион Молдовы по киберфутболу, наш звездный гость сегодняшнего турнира. Мы, надеюсь, с тобой не прощаемся, еще обязательно увидимся. Ну и с удовольствием с тобой сейчас прокомментирую футбольный поединок. Это третья группа, третий поединок. Встречается Тиров Максим и Сидорук Никита. Максим выбрал команду Манчестер Юнайтед, англичан, ну а Никита решил играть за сборную Франции. В общем, такой нестандартный поединок получится у нас немножко. Вот, но в киберфутболе всякое бывает. Представляешь, Рим, играешь в Боруссию Дортмунд. Даже такое. Завтра, дорогие друзья, будет продолжение прямой трансляции на официальном канале YouTube Черноморца, поэтому включайтесь, обязательно следите за вот этими оповещениями, которые будут приходить к вам на мобильное устройство. Ну, с 10 утра можете нас включать. Сейчас мы прерываем трансляцию, и вы сможете посмотреть футбольный поединок Черноморца, который выступает сейчас в Турции. Посмотрим, чем сможет нас удивить футбольный клуб. Возможно, очередной победой. Будем держать кулаки. Ну, а сейчас мы уже уходим, к сожалению, от вас. Спасибо вам большое за то, что были с нами. Всего вам самого наилучшего и побольше вам побед. Так, ну все. Переходим к футболу. Уже к нашему.